Дорогие друзья, сегодня рано утром печальная новость заставила плакать всю страну. Нам стало известно о том, что 25 декабря в одну из больниц города на обследование слег всем известный советский и российский киноактер Николай Чендяйкин. К Новому году его должны были уже выписать, но, к сожалению, он до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии. Что с ним произошло, пока мы не знаем. Известно только то, что медики обнаружили у него серьезные заболевания позвоночника. Подписывайтесь, друзья, на наш канал. Каждое утро мы делаем для вас интересные новости. Кроме нашего канала, вам об этом больше никто не расскажет. Берегите себя, своих родных и близких, и не забывайте, что самые интересные выпуски появляются на этом канале каждое утро. Берегите себя, своих родных и близких, друзья, и пусть вам в этой жизни сопутствует только лишь одна удача.